Крик стоял такой, что даже у мужиков, видавших все и привыкших, кажется, ко всему, сердце дрогнуло. Когда ребенка достали из-под колес грузовика, который сдавал задом и не увидел ее, лежащую на солнце. Даже мужики, я еще раз говорю, как признавался мужчина, который привез ее, руки задрожали. Ребят, когда ребенка привезли в клинику, кричал жутко. Не до фотографии было. Надо было срочно обколоть, чтобы ребенок успокоился. Только через час смогли погладить и уже снять вот это видео, когда ребенок в таком полусонном состоянии ласкается и от того, что ему стало легче. Ребята, такая трагедия может случиться везде и с каждым. И дай Бог, чтобы на нашем пути встречались хорошие, нормальные люди. Спасибо этим мужчинам с базы за то, что, подхватив ребенка, они примчались в клинику и попросили усыпить. Почему? Потому что это все, на что у них тогда хватило, наверное, адекватности. Потому что мужчина был взволнован безумно. Мы забрали малыша, мы сказали, что позаботимся. Он вздохнул и уехал. В любом случае, ребята, я благодарна тому, кто этого ребенка привез в клинику. А сейчас я обращаюсь к вам, друзья. Нам нужна срочная помощь. Малышку назвали Рейма. Ей 5 месяцев. Снимки переломов перед вами. Это чудовищно просто. 4 перелома у такой крошечной девочки. Я нервничаю тоже, ребята, простите. Но я прошу у вас экстренной помощи, потому что конец месяца. Все, что мы могли, какие у нас были заначки, мы все потратили. Ребята, я прошу экстренной помощи, потому что сегодня малышку стабилизируют, а завтра ее надо оперировать. Но в связи с тем, что в клинике огромнейший долг, ребята, под полмиллиона. Врач просто не может больше оперировать нам в долг. А ребенку нужна помощь. Ребята, наша с вами нужна помощь. И я прошу вас всех, ребята, всех, хоть по рублю, кто посмотрит этот ролик, прошу вас, хоть по одному рублю, бросьте нам, прошу вас, на операцию Рейми. Люди, я обращаюсь ко всем вам. Нам нужна ваша помощь экстренная и срочная. Помогите, пожалуйста. Помогите спасти Рейми. Помогите этому ребенку. И благослови Бог вас и ваши семьи. И минует беда ваш дом. С надеждой к вам, лохматая душа, ребята. С надеждой, с искренней, самой-самой дрожащей, ребята. С надеждой к вам, лохматая душа. Помогите.